Шут плывем с Верун на Алый Ветер. Наверное. Ржавый якорь нам. Ржавый якорь надо вернуть. Это на 50 пиратов. Ну то есть еще поезд покупать, который ярость вам. Если надо приходиться, то мы быстро. На продажу, смотри. 50. 50. Так, 50 пиратов у нас. И... А мы забыли взять. Ну ладно, сейчас. И купить тут разбойники. Надо посмотреть еще по журналу. Не, проронить прочество нам ничего. Поход за пивом. Наемники на ржавый якорь. 4500 монет. 50 мусников. Ну сейчас 50. 50. Ну бой с собой вообще не было. 50 разбойников. Это разбойники. Вообще морской. Тоже пират, вот там, типа. Морской волк. Ну ты пират, ну. Ну, не называйте это. 50 разбойников. Ну, такие как разбойники. Ну, из них охотники на ведьм получается. Знаете, вот у них есть магический замок. И причем он не указан уровень цели. Так что магическая помощь на два хода накладывает на себя случайно усиливающий. Перезарядка 2, перезарядка 3. Зачем мы качали вот этот магический помощь? Он есть, да, нам просто было то самое. Ну, свитки держать, там рядом пару свитков вообще. А, вот эти, магический блок. На мага на три хода накладывается заклинание, которое наносит цели 16-32 урона каждый. За каждый раз, когда маг атакует или использует свое умение, заряда один. А здесь перезарядка. Ну, в общем, такие, да, тоже типа. Ну, они, кстати, да, сильно, типа, используют. Но они 110 хп, ну, типа, ассасины. Крепкие ребята. Да, надо тернии уберем тогда. И этих. Не пираты сюда, чтобы против змей, змеи полезут, типа, уклоняют. Уворачивается. Вверх. А надо наплыть снова. Кстати, проверим кракен. Сколько раз он работает. Вот тут, вот тут. Потому что тут тоже можно. Горит упор. Ну тут двое терни. Мандолина плюс 50-90 плюс ума. Пиза нам расплывет. Карку. Ловушка.
хорошие вроде бы. Ну, не сейчас. Лотар. Лотар, ну да, мастер кузнечного дела, известный по сети. Проиграл спор на создание топора стихии. 25 тому назад. Еще не может, ну так гном еще 15 лет не может брать, то есть 40 лет не может брать. Не может. Ну, он типа через помощника подмастерья, апрентис. Вот так. Все такое. Мастер. Он там что-то работу. В общем, то же самое. Искры таланта подмастерья там. Ну, самое. Типа, надо обласкать свое дитя богом. В общем, он хочет, чтобы гнома, чтобы его вернули на 25 лет назад. Если Билл Гейтс, мой типа лучший поезд. Фокусник, типа, иллюзионист. Короче, вознаграждение 544 опыта. Три руны магии он типа предлагает. За, ну, а все надо привести Лотара свиток уже рад времени. Ну где это мы не знаем. Ну как? Подозреваю, но не знаю. А где ты подозреваешь, что раз дается, значит, помню. Ну, с ускорением, конечно, как время там подозреваю. Все, теперь. Журнал. Пытка мастера Лотара. Величайший кузнец, вот он тебе пишет. 40 лет там можем брать молот. Ну, у нас есть молот этот, черт, термоник. А если бы ему предложили молот, как минимум. Ничего не вынесет 15 лет без любимого. Ну, понятно все. Ковать двуручник, молот. Все, мы подсейвились, отправляемся за стрелками. Дебирует. Ну ты босс. Не знаю, конечно. Вот Эрби. Бристоль, друзья. Ну, Бристоль, мать везли. Все, давай, ну. И мы освободим, ну, один слух. На 18, да? Все. А можем иметь их там что-то, 115 стрелков, у них по 34, хп, но не особо. Если у нас змей 64 хп и 96. Два раза меньше. Неправильно, если 50 метров что-то его, то тут 60 метров. 38 у них. 22-28. Ну, для начала игры, да. И сколько угодно можно. Есть один. Скажем так, мы тут за 5 штук там опыта понакачиваем из полотряда. Вот, потом на ржавый якорь. Но там главное не нарваться на